каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. Глава Тувы Шалбан Караул и начальник федерального казенного учреждения Енисей Сергей Аникин согласовали работу по приведению дороги от Кызыла до Хандагайты к федеральным стандартам. По итогам встречи перед профильными министерствами и ведомствами республики глава региона поставил задачи дальнейшей работы. Региональному Миндортрансу совместно с ФКУ Енисей предоставить планы и предложения по реализации постановления правительства России об утверждении плана мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие республики Тыва на 2015-2025 годы, обеспечить реализацию приоритетных проектов по строительству и реконструкции межрегиональных транзитных коридоров Кызыл-Хая, Республика Тыва, Кош-Агач, Республика Алтай и Абакан-Ак-Довурак-Чадан. Продолжить работы по развитию объектов дорожного сервиса вдоль автомобильной дороги федерального значения Р-257 Енисей. Кроме того, федеральному учреждению Енисей рекомендовано представить планы и предложения по обеспечению условий организации грузопассажирских перевозок, устройства пунктов весогабаритного контроля и развития туристического направления «Саянское кольцо» по участку автодороги федерального значения Енисей-Абакан-Кызыл-Чадан-Госграница на территории Тувы. Рассмотреть возможность по разработке проектно-сметной документации и его реализации по устройству дополнительных полос для разделения грузопассажирских потоков на подъезде к многостороннему автомобильному пункту пропуска Хандагайты-Баршо и устройство стоянки для транзитного транспорта, обеспечить защиту бюджетных средств на приведение в транспорт на эксплуатационное состояние участка автодороги федерального значения Р-257 на территории республики. Жители Кызыла могут принять участие в создании новых городских маршрутов. Столичная мэрия выносит на рассмотрение кызылчан обсуждение существующих маршрутов общественного транспорта. Цель – совершенствование городской маршрутной сети. Предложение принимается на электронную почту городской администрации или в департамент городского хозяйства мэрии Кызыла. С 1 июня текущего года к привычной белой разметке на дорогах добавится желтая и синяя, сообщает российская газета. Необходимые требования уже утверждены Росстандартом. Так, желтым цветом будут обозначены зоны, где запрещен обгон, а синим – полосы движения на перекрестках и парковочные зоны. Также появится новое обозначение на асфальте – разметка типа «вафельница». Это зона, в которую запрещено въезжать во время затора на перекрестке. А также знак станции зарядки электромобилей. В Туве размер опекунских выплат увеличился. Сегодня вступил принятый закон республики о внесении изменений в статьи 2 и 3 закона республики Тыва о порядке и размерах выплаты денежных средств на содержание детей в семьях опекунов-попечителей, в приемных семьях и вознаграждение причитающегося приемным родителям. Об этом сообщает агентство семьи и детей республики. В соответствии с новыми изменениями размер выплаты денежных средств увеличивается с 1 января этого года на прогнозный уровень инфляции и системы цен до 2018 года. Индекс потребительских цен в среднем за 2018 год на коэффициент 1,32. Отмечается, что с 1 января размер ежемесячного пособия по Туве на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в республике с учетом районного коэффициента составляет 7108 рублей. В Терехольском и Тотжинском районах 7617 рублей. В Мингунтагинском 8379 рублей. Вознаграждение, причитающееся приемным родителям – 5743 рубля 17 копеек на каждого ребенка. В Терехольском, Тотжинском районах 6952 рубля 26 копеек. В Мангунтайгинском районе 7405 рублей 66 копеек. Перерасчет произведен и будет направлен на счета получателей с 19 марта. И о курсах валют. Доллар стоит 56 рублей 94 копейки, евро 70 рублей 53 копейки. Дмитрий Миллер, Александр Носик, Анна Невская, Игорь Ливанов и Екатерина Волкова в музыкальной комедии Максима Дунаевского «С любовью не шутят» 20 марта в Национальном театре. Муниципальный жилищный фонд города Абакана поздравляет всех с праздниками и дарит скидку на готовые двух- и трехкомнатные квартиры по адресам Дзержинского 187 и Жукова 89. Скидки до 200 тысяч рублей. Подробности в офисах продаж. Абакан, Советская 48 или по телефону 285-409. Акция действует до ее отмены.
Три первых места у школьников и студентов Тувы на 10-м Всероссийском технологическом фестивале. С 7 по 9 марта в Москве прошел фестиваль «Робофест». Третий год подряд в нем участвует кружок робототехники при Тувинском госуниверситете. С каждым годом достижения ребят из Тувы на «Робофесте» становятся все лучше. Если в 2016 году, участвуя впервые, команда «Тувгуз» заняла лишь третье место в одном из направлений, то в этом году ребята привезли домой медали, кубки и дипломы победителей сразу в нескольких номинациях. В команду Тувинского вуза входили 4 школьника, 2 студента и 1 преподаватель. Ребята показали креативное и пространственное мышление, хорошие инженерные способности. Глубокие знания, интерес к предмету, научный потенциал показал и самый юный участник команды, 9-летний Максим Чернобровкин. Крупнейший робототехнический фестиваль в Европе проходил под лозунгом «Здесь собирают будущее». Он входит в образовательную программу «Робототехника», «Инженерно-технические кадры инновационной России». Общество воспринимает пристрастие женщин к алкоголю не как болезнь, а как постыдную привычку. Поэтому многие женщины скрывают свою зависимость. Родные терпят и не предпринимают никаких мер, стесняясь огласки, не обращаются к специалистам. Так произошло и с Даланой, которая не заметила, как алкогольная зависимость от веселых посиделок на кухне плавно перетекла до 3-дневных запоев. Затяжные вот такие 2-3 дня. И такое бывало. Но это уже, как объясняют врачи, это уже как втягивание в какую-то степень. Да, ну это, конечно, нежелательно, но все-таки спиртные напитки это такое, что такой омут, который действительно как болото засасывает человека. Далана оправдывала свою зависимость тем, что от спиртного становится легко, как будто ее жизнь с выпитой рюмкой играла новыми красками. Несколько лет обещала себе, что бросит, пока однажды не отравилась суррогатом и не попала в больницу. Да, скорее всего, это самообман. Я так думаю, самообман, что вот, допустим, тебе сегодня грустно, выпьешь, это все забудется. Это какой-то самообман, облегчение какой-то участи, думаешь, так вот. А на самом деле это, скажем так, проблему этим не решаешь, а просто втягиваешься. Потому что, когда выпьешь хорошо, вроде легко становится. А на самом деле проблемы не решаются. И, что немаловажно, очень портится здоровье. Как отмечают медики, женщины оправдывают свою зависимость скучной и рутинной жизнью. Причин тому очень много. Обычно у женщин развито правое полушарие, ответственное за эмоции. А потому причин возникновения женского алкоголизма обычно психологические. Например, это когда разводятся. Когда идет потеря близкого человека, особенно женщины тяжело переживают смерть своих детей. Также особенная группа риска – это домохозяйки, которые, интересы которых исключительно на доме и семье. Как ни странно, но это самая уязвимая категория, подверженная к женскому алкоголизму. По словам врачей республиканского наркодиспансера, в Туве за последние пару лет обратившихся к специалистам зависимых женщин стало больше, что говорит о желании излечиться от этой болезни. На протяжении длительного времени, когда женщина злоупотребляет алкоголем, формируются эмоциональные расстройства, формируются конфликты с окружающими, соответственно, женщина теряет критику и себя, страдающей именно наркологическим расстройством, не считает. Для этого в первую очередь необходима помощь окружающих, понимание и достаточно хорошая мотивационная работа и своевременное обращение за специализированной медицинской помощью.
Несмотря на устоявшиеся социальные нормы, не надо стыдиться зависимости от алкоголя, говорят врачи. Нужно бить тревогу, когда каждая посиделка с подругами, корпоративное мероприятие или встреча с зеленым змеем наедине заканчиваются сильным опьянением. Также стоит запомнить, что нет смысла разговаривать с алкоголиком, как со здоровым человеком. Он вас все равно не поймет. А поэтому помочь алкоголику справиться с проблемой смогут только врачи-профессионалы. До 20 марта осталось совсем немного, когда в Национальном театре в 19 часов кызылчане увидят потрясающую музыкальную комедию от Московского театра «Мюзик-холл» «С любовью не шутят». В комедии играют заслуженные артисты России Дмитрий Миллер, Александр Носик, Анна Невская, Игорь Ливанов, Екатерина Волкова и другие. Я хочу вас пригласить на наш спектакль, который называется «С любовью не шутят». Это по пьесе Педро Кальдерона с музыкой Максима Дунаевского. Наш спектакль как искры шампанского. В нем много шуток, много юмора, много веселья. Будет много улыбок. Приходите. Организаторы проекта специально привозят масштабные декорации, реквизиты и стилизованные испанские костюмы, воссоздающие историческую эпоху VII века. Истинные театралы смогут оценить спектакль именно в том виде, в каком он постоянно идет на сцене Московского театра. Спешите приобрести билеты в кассе Национального театра. Их остается все меньше и меньше. Я очень рад, что мы едем к вам с замечательным спектаклем музыкальной комедии Максима Дунаевского «С любовью не шутят». Приходите, не пожалеете. Танцуем, поем, шутим. Говорим о любви. До встречи. Внимание! Впервые «Народные деньги» объявляют акцию «10 на 10 за 10». Займ 10 тысяч на 10 дней. Переплата всего 10 рублей. Ты еще не был у нас? Самое время заглянуть в «Народные деньги». Такого еще не было. В ближайшие сутки по республике ожидается переменная облачность без осадков. В Кызыле переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью минус 19, минус 21 градус. Днем минус 2, минус 4. На дорогах гололедица. Внимание! Впервые «Народные деньги» объявляют акцию «10 на 10 за 10». Займ 10 тысяч на 10 дней. Переплата всего 10 рублей. Ты еще не был у нас? Самое время заглянуть в «Народные деньги». Такого еще не было.